Друзья, всем добрый день. Сейчас мы показываем сегодняшний улов наших рыбаков. Сейчас у нас на выходе небезызвестный наш старый знакомый. Это Николай. Коль, приветствую тебя. Сегодня уже несколько раз ты засветился вместе с супругой у нас на нашем канале. Проводил вываживание, поимки, все было, мы смотрели. Сходы да, ой, были. Жопа полная. Так... Не надо такие слова в эфире говорить. Друзья, полный стол рыбы весом 16 килограмм без копеечек там у нас вышло. Коль, несколько слов, как проходила рыбалка, в какое время были поимки и на что? Ночью ничего не было вообще, но мы спали, можно сказать. Ну, все можно сказать, началось... или вы спали все-таки? Не, до 12 не было никаких поклевок вообще. А, там у кого-то были, там, я не помню, там девчонки, наверное, была поклевка. Все с утра, вот чисто с утра. До запуска, наверное, две. И все остальное после запуска. Ну вот мы даже уже надоел, нам едем домой. А что больше работал, актив, пассив? Блесна. Блесна? Да, только на блесенку. Да ты что? Да я тебе отвечаю. Серьезно что? Да. На резину, по-моему, будет поимки. На резину это на магот одну поймала Надя. Вот Володя сейчас сидит, он, наверное, штук 7 тоже поймал. Только на блесну. Ничего себе. На зеленую блесну. То есть как железо здорово выстрелило. Железо вообще, исходов было вообще гнилено. Я даже не знаю, сколько сходов. Молодец. Молодцы, поздравляю вас с замечательным уловом. Рады были вас видеть. Всего доброго. Да. До свидания. Спасибо. Жду с медом в следующий раз. Конечно. До свидания.